8 метров до ворот. Роналдо разбегается, выполняет удар. Рикошет. Гол! На 23-й минуте Реал выходит вперед. Криштиану Роналду. 1-0. Стенка рассыпалась, похоже, сейчас. Поскольку удар-то был как раз в стенку. Но посмотрим на повторе, что же там произошло. Шестой мяч Криштиану Роналду в этом чемпионате. Итак. А, так это еще и гол ли Роналду, вот в чем вопрос, поскольку мяч попал в Варана. Смотрим еще раз. Вот там затем... да, Габи, конечно, действует не лучше. Это гол Варана на самом деле. Поскольку именно в Варана мяч угодил и влетел в сетку ворот. В любом случае 1-0 в пользу Реала. Несколько лет... Варан головой в направлении Роналду. Савич. Роналду на газоне. Оказывается, пенальти. Пенальти ворота Атлетико. Выбивает мяч Рафаэль Варан. Савич ведет борьбу с Роналду в штрафной площадке. И арбитр очень уверенно указывает на 11-метровую отметку. Ну, по мнению Фернандеса Барбалана, это пенальти. Савич не попал по мячу. Нога остается в воздухе. Спотыкается его ногу Криштиану Роналду. Вот еще раз это видим. И арбитр указывает на 11-метровую отметку. Активное выступление. Да, Годин предупрежден. Итак, 71-я минута. Роналду разбегается. Роналду удар. Гол! 2-0. Точно в нижний угол пробивает Роналду. Новое празднование гола от Криштиану Роналду. Варана задел мяч или кого другого, когда он бил штрафной? Вопрос. Здесь же понятно, что именно Варан головой отдал эту передачу. Савич, который так хорошо реагировал во многих случаях, опережая соперника, грамотно располагаясь. Возможно, опрометчиво пытался вот дотянуться до мяча в штрафной площадке. Может, нужно еще было шаг другой сделать. Ну, а пенальти, конечно, безукоризненно выполнил Криштиану Роналду. И 2-0 в пользу Реала. Иско отдает на Бейла, пробрасывает себе на ход Гаррет Бейл, набирает скорость, Малевич вошел в штрафную площадку, передача на дальнюю, Роналду, гол! 3-0 на 77-й минуте, молниеносная контратака мадридского Реала, и Криштиану Роналду переправляет мяч в сетку ворот после паса Гаррета Бейла. Хорош был пас от Иско, все очень здорово сделал затем Бейл, и оставалось лишь завершить усилия партнеров четким ударом Криштиану Роналду. 3-0 в пользу команды Зинедина Зидана. Максимальная эффективность у Реала в этом матче. Можно, конечно, момент вспомнить, когда пробил головой Роналду, да, тогда потащил облак. Но вот в других ситуациях Реал практически максимум выжимает из своих моментов. Кинжальная контратака, не успевает никто за Бейлом, и свободен остается на дальней штанге Роналду.